Ремонт запорожских дорог продолжается. Во всех районах города проводят работы по ликвидации ям на магистралях. На данный момент работники КП «ЛУАД» отремонтировали более 13 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Сегодня коммунальщики приступили к ремонту проезжей части по улице Демократической и Лизы Чайкиной в Заводском районе Запорожья. Наша задача сейчас после зимы быстро убрать аварийные ямы, вырезать где есть ямы, и заложить асфальтом, чтобы машинам было легко проезжать по проезжей части. Задействовано порядка 14 рабочих и 6 единиц спецтехники. Ремонтные работы планируют завершить до конца недели. Далее перейдут на другие проблемные участки. То, что мы сегодня делаем, будет стоять 3 года. Под фрезу, да. Хотя вот на такой ремонт текущий гарантии не даются. Даются гарантии, начиная со среднего и капитального ремонта. По аварийной ликвидации ям у нас запланировано Северное шоссе, запланирована у нас улица Союзная, улица Республиканская, улица Тепличная.